Добрий вечір. Це тема дня. Місто для людей чи люди для міста? Чому миколаївці не задоволені керуючою компанією «Місто для людей» і за якими обставинами Департамент житлово-комунального господарства міста Миколаєва обрав саме цю керуючу компанію? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, депутат міської ради Олександр Рєпін та координатор громадського руху багатоквартирних будинків міста Миколаєва Олександр Іваненко. Друзі, добрий вечір. Добрий вечір. Так, відразу два Олександра. Я сподіваюся, що наша розмова буде йти в доволі таки жвавому темпі, так? Так, хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76-92-33. Мешканці багатоквартирних будинків, що обслуговує керуюча компанія «Місто для людей», протестують проти тарифу на квартирну плату, встановленого установою. Наші кореспонденти зі служби новин Олександр Гордієнка та Артем Белібов поспілкувались з людьми. Давайте подивимося. Це будинок 215В на вулиці Чкалова. Раніше житлово-експлуатаційній конторі тут сплачували за обслуговування будинку 2 гривні 34 копійки. Після ремонту даху мешканці дізнались, що тепер їх обслуговує інша компанія, яка збільшила тариф вдвічі. Через те, що департамент зараз зацікавлений в тому, щоб було місто для людей, вони швиденько нам видали дозвіл на те, щоб вони відремонтували дах. Частково. Це вони зробили не капітальний ремонт, а частково. Тепер вони це все приписали, що ми ніби з ними уклали договір. Ніяких договорів з містом для людей не укладали. Чкалова 215В. Це я вам кажу. Багатоквартирні будинки, жителі яких не об'єдналися в ОСББ, згідно закону, підпадають під обслуговування керуючої компанії. Особисто мешканці підписувати договір не повинні. Договір був підписаний між керуючою компанією «Місто для людей Миколаїв» та Департаментом житлово-комунального господарства, який виступав від імені мешканців. Середній тариф у нас 4,03. Входить в нього технічне обслуговування, поточний ремонт і обслуговування ліфтів. На сьогодні керуючою компанією укладено 838 договорів. 6 гривень – це утрироване число. Ні такого тарифу 6 гривень. 6 гривень – це перебільшене число. Немає такого тарифу 6 гривень. Є 5,50, 5,70. Ніхто не хоче рахувати складові цієї ціни управління. Гривня 80 – це в кожній ціні, це затрати на поточний ремонт. Тобто це як опалювальний фонд. Водопровідна 3. Жителі цього будинку об'єдналися в 2016 році. З того часу в під'їздах, підвалі та на дворі почали з'являтися нові елементи. Тут тариф становить 4 гривні 25 копійок. Жильці його встановили самі. В цьому році ми зробили, закінчили каналізацію, повністю ремонт. Цьогоріч ми в будинку зробили, закінчили каналізацію, повністю ремонт. Готуємось до того, що цьогоріч ми замінимо воду всю. І якщо по теплому кредиту прийдуть гроші, нам не вистачило грошей, так ось ми ще в цьому році замінимо вікна в під'їздах. Олександр Олександрович, будь ласка, конкретизуйте, які основні вимоги протестувальників і чому вдалися до такого кроку? Значить, во-первых, я скажу благодарність тому вашому каналу за те, що місяць назад ви показали інтерв'ю чиновникам з цими тезисами о том, що в нашому місті входить компанія, о том, в нашому місті заключений вже договор 890 домов, і в нашому місті существує така компанія, як «Місто для людей», яка буде обслуговувати цю 1000 домов по тому тарифу, який встановили люди. І найцікавіше, що в цьому інтерв'ю 7 числа, 7 сентября, були ці люди, які хотіли заключать договора сами, были названы преступниками, были названы там врагами, что вы воете, что за вас уже все решило. И вот этот эфир ваш сколыхнул весь город. И весь город поднялся именно так далее. Потому что люди не знали о том, что проходит конкурс, там депутаты выносили эти вопросы, на сессию выносили. Но теперь, когда по вашему каналу сказали, что вы никто, вы просто ваши подписи подделены, тогда поднялся весь город. И вот эти вот все протоколы, которые люди обходили, составляли, господин Рєпін, который присутствует здесь, он взял и выбросил, сказал, вы неправильно заполнены. Хотя
нет такого постановления о том, что как эти протоколы заполняются. Люди прошли с первого до последнего этажа, до 87% принесли подписи и получили свое право на выбор компании. Мы требуем от этого, от нашего городского совета именно право, не заключенниками. Мы не говорим о том, что плохая компания, не хорошая. Мы требуем права выбора. И поэтому мы пришли в горсовет и потребовали это право. Однако господин Ребен сказал, ваши протоколы, вот, все, вы преступники, все, идите, 1700 гривен платите судебного сбора и оспаривайте каждый 800 договоров. Вы представляете, это каждый дом должен оспаривать договора. Поэтому люди собрались, соорганизовались, после таких, ну, хамских слов, мы пришли на площадь, мы попросили помощь всех партий, мы попросили всех движений. И вы представляете, Николай, впервые в истории Николаева опять на площади были все партии, от правой до левой, от националистической, любой партии, все были на площади, кроме одной партии, это самопомощь, по главе с мэром. Мэру мы тоже отдельное предложение принесли, выслушайте наше мнение. Он не пришел на площадь, поэтому мы на площади собрались и выразили эти мнения своими требованиями, которые потребовали зачитать на подписи. Тут еще 150 подписей от уполномоченного, в каждом доме по 500-600 домов, и здесь еще 150 подписей. Вот Репин говорил, что у нас поддельное, я прошу, пока у вас есть время, ознакомьтесь, может, вы дадите такую аферу, что подписи они поддельные или нет. Значит, поэтому сессия горсовета через неделю собралась по нашему требованию, по другим вопросам, но наше главное было требование – отчет комиссии и рассмотрение этого конкурса. И знаете, впервые в истории Николаева людей услышало, сессия приняла все наши требования. Первое требование – это принять рассмотрение права людей на выбор своей компании. Право, это первое требование. Второе, заморозить непередачу этой компании, которая прошла якобы конкурс, на передачу того коммунального имущества, которое годами создавало. Все эти сеялки, косилки, трактора, они все раскрыты, разворованы. Южный закрыт, 300 человек уволено, трактора стоят без охраны. На сессии это рассматривалось. Третий пункт. Уволить чиновника Репина за ваш эфир, который он назвал людей преступниками, которые подделывают подписи. Четвертое, наказать юридическую службу с премиями, всякими 13-ми зарплатами за то, что они месяц волынили подачу в суд. Если мэр уверен, если департамент ЖК уверен в своем конкурсе, почему они не выдавали доверенность, почему они такие вот игры там типа в первого курса юрфака. Значит, юрфак там не заплатили судебный сбор этот знаменитый, потом отозвали иск на досмотрение или там что-то такое, потом уточняли, потом исполком и так далее. Мораль такая, что все требования наши услышали. Сессия в четверг начала. Пошел скандал какой-то, пошли какие-то самые, для того, чтобы сорвать именно требования горожан. Значит, слава богу, дали, и областная власть дала возможность, и привела в порядок. На следующий день мы ее рассмотрели отчет, дали нам выступить на сессии, зачитать наши требования, и все требования удовлетворили. Мы требовали от мэра уволить. Вот первый пункт. Господин Репин и господин Кузнецов идут под суд. И будет в суде доказывать, что они наши подписи поддельные, будет рассказывать про эту подпись, рассказывать про то, что 4 гривны это как бы хуже, чем 6 гривен, которые 4 гривны с мусором это хуже, чем 6 гривен. Самое главное, и я сейчас скажу, самое главное, это самоорганизация людей. Вот у нас два района, Соляные, Северный, самоорганизовались. У нас ежедневно проходит веча, по воскресеньям веча огромные, проходит по 400-500 людей собирается. Я благодарю людей и благодарю за то, что за их самоорганизацию, за то, что они собираются, приходят на все сессии, на все собрания и на митинг. Первый митинг, который прошел вот после вот таких вот событий, когда мэра мы защищали мэра, а теперь мэр говорит, а мне все равно, а за 1 гривну или за 10. Но последний пункт я говорю, мы дальше продолжим. Сейчас вот сегодня мы собирались опять, неожиданно собирает мэр собрание и говорит, что Брис отказывается, потому что у нее долги, а служит два района. Мы провели вечи, я только что с вечи, мы говорим, что мы как общественная организация призываем людей заплатить Бризу, заплатить эти долги, и мы покажем мэру, какое у нас самоуправление, покажем людям, как мы можем погасить эти долги, потому что вот эта чехарда устроена департамент пришла. И самое главное требование, это у нас вернуть людям
вернуть людям право вибору нашої компанії. Все, це Конституція України, ніякі підзаконні акти. Я зрозуміла вас, Олександр Олександрович. Олександр Володимирович, да, будь ласка. Олександр Олександрович чуть-чуть попутав мітинг і виступлення. Я не знаю, але я хочу почути вашу думку. Що все ж таки Олександр Олександрович наголосив, що усі вимоги прийняті депутатським корпусом. Будь ласка, що ви можете додати? Я хотів поінтересуватися, яку общественну організацію представляє Олександр Олександрович. Значить, саме приємне для господина мера і для господина Репіна о том, що це є общественна організація з собственниками квартирних домів. Ми собственники. Я благодарю вас, собственників, які всі зібрались. Я благодарю тих собственників, які всі і так далі. Значить, нам не важно. У нас народовласті. У нас є Конституція, у нас є власть. І я говорю людям, які зараз мене смотрять з Соляних, с Кульбакина, с Ингульского района, с этого. Говорю спасибо за то, что вы приходили на митинг. Говорю всем партиям, которые вы все поддержали. Впервые партия оппозиционная стояла с Батьковщиной. Национальный корпус стоял так, рядышком. Мы все это почули, Олександр Володимирович. Да, будь ласка, відповідайте. Ну, а ему смешно, но у прокурора будет по-другому. Я не люблю переходить на личности, поверь, мне хватит аргументов вам ответить. Як депутат міської ради, будь ласка. Я не знаю, я начал с другого. Так. У нас в стране демократия, да, все-таки? Я думаю, что со мной согласитесь. Уважаемый Александр Александрович пользуется всеми методами охлократии. Перевожу с латинского, это власть толпы. Когда вы будете организованы действительно общественную организацию, вы будете иметь право говорить о том, что вы кого-то представляете. Не вы нам давали права, а давала Конституцию. Поэтому не вы не определяете подписи, это как я вам сказал. Повертаємося до нашої сьогоднішньої теми. Заступник директора з обслуговування клієнтів компанії «Місто для людей» Наталія Тимофеєва зазначає, мешканці багатоквартирних будинків не беруть участь в укладанні договорів. Це робить за них департамент житлово-комунального господарства. Так, Олександр Володимирович? І усі їх протести, тобто протести мешканців багатоквартирних будинків, вони не мають сенсу. Так? Так. Ви можете зараз сказати? Олександр Володимирович, будь ласка, вибачте. Монолог, ні, я хочу почути. Олександр Володимирович, будь ласка. В течение двух лет, начиная с 16-го года, это было право предоставлено всем совладельцам выбрать форму управления. Закон четко выговаривал, что если в доме не создано УСМД и совладельцы не выбрали себе управляющую компанию, эта функция переходит органам местного самоуправления. Инициативу бере на себе. Конечно, закон прописал, мы ничего не берем. Поверьте, нам оно так же самое. Конечно, в 16-м году было принято решение исполкома Николаевского горсовета о том, что департамент вызнается организатором этого конкурса. Мы дали возможность людям проявить все свои желания. В итоге мы дождались июня месяца, и все-таки, да, может, это был последний день, но все-таки объявили конкурс за те дома, которые не приняли свое решение. По итогам конкурса были подписаны действительно договора на обслуживание всех домов, которые были в лотах. И департамент подписал по итогам конкурса за как вы там сформулировали, за представителей совладельцев. За мешканцев. За мешканцев. Пусть будет за мешканцев. Право выбирать себе управляющую компанию никто не отобрал. Закон продолжает действовать. У жителей города Николаева есть право или создать ОСМД, полностью перейти на самостоятельную деятельность, или выбрать управляющую компанию. Но все эти дальнейшие решения уже выговорены законом. Это не просто собрать вещи. Если уважаемый Александр Александрович не расскажет, где в статуте города написано, что у нас есть вещи, и оно принимает какие-то решения, представляет людей, ну, я с интересом почитаю, может, я что-то не знаю. А в целом у жителей, у совладельцев есть это право. Первое – это создать ОСМД. Пожалуйста, хозяйствуйте, как хотите. Если вы хотите управляющую компанию, первое, вы должны, я имею в виду, теперь разговариваем за тех, кто уже вместе до людей. Первое собрание провести и принять решение о том, что совладельцы недовольны, и они предупреждают компанию о том, что они разорвут договор. На это дается 2 месяца. То есть в течение этих 2 месяцев люди должны дальше пройти все этапы. Знаете, я еще раз повторяю, что охлократия, это не есть решение вопросов. Решение вопросов выговорено законами, постановами. Дальше.
После того, как предупредили управляющую компанию, проводится собрание, где люди выбирают себе компанию, которую они считают, они будут работать. Они утверждают условия работы этой компании, прилагают к протоколу договор, порядок предоставления услуги, то есть один раз убирать в неделю или два раза убирать, и, соответственно, цену управления. При наличии этих документов они будут опубликованы на сайте, и, пожалуйста, дом переходит в управление любой управляющей компании, которую выберут люди. Я перепрошую, ничьи права здесь не нарушены. Я зрозуміла, я припрошую, але у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Да, здравствуйте. Добрий вечір. Я дзвоню з Інгульського району, Южная 33Б. І от я слушаю розговор Репіна, і мені просто від возмущення нету слов. Він сказав, що люди мають право робити право вибору. Ми вибрали. Ладно, закрили південь. І що нам предоставили? Ничего нигде не убираются. Людей стоят на очереди. Мы не хотим в эту компанию идти. Нас не устраивает то, что Репин нашу судьбу решил. На каком праве, на каком основании? Мы что, стадо баранов, товарищ Репин? И вы сидите спокойно и тут рассказываете о правах Конституции. Конституция. Добре, ми зрозуміли ваше питання. Будь ласка, Олександр Володимирович, відповідайте. Я не вважаю стадом баранов, не треба, я тих слов не произносил, зря в этом. Ну, усі еще раз эмоции. Повторить, да, о том, о чем я говорил, пожалуйста, если вы считаете, что есть у вас другая компания, которая хочет, чтобы вас обслуживать, пожалуйста, только оформите свой выбор. Не просто мы прокричали, мы хотим, нет. Для начала, если вас это интересует, ну не на вечер придите, придите в департамент. У нас создана специальная группа специалистов, которые по вашей заявке, уважаемые николаевцы, придут на любое собрание. И запомните, что собрания проводят собственники, не ЖЭКи, не ВЕЧи, не общественники. Вы сами должны проводить эти собрания и оформлять документы. Действительно выбрать уповноваженную особу, которая будет до конца вести этот процесс. Втім, Олександр Володимирович, люди впевнені, що конкурс відбувався з порушеннями і угоди з компанією незаконні. Які підстави для таких стверджень? Тот, хто не впевнен, подає в суд. И оспаривает любой договор. Александр Александрович, у вас значит, какие подставы? Смотрите, эти иезуитские штучки мы уже слышим в течение месяца. Вы подаете 1700 гривен с каждого дома, идите в суд, идите и так далее. Во-первых, депутаты двумя решениями подали в суд. И вчера, в пятницу, переломили вот эту ситуацию, когда подам, не подам. Значит, сегодня уже иск идет, депутат Исаков подготовил этот иск, доверенность получил. И депутаты, которые поддержали горожан, не пошли за мэром, поддержали горожан. Они подают иск, и не надо ничего отправлять людей в суд. Значит, у них есть конституционное право, они его воспользуются. Хочет мэр, хочет Репин, они им воспользуются. Мэр выступил в июле месяце, говорит, у вас до 1 августа есть, 1 сентября есть время, соберите подписи, 75%. Что сделали люди? Пошли по домам, больше 8-7, в моем доме, я собственник. Вот смотри, 8 дом, в моем доме собрали 87% подписи. Рядом все соляны собрали. До 31 августа сдали протокол. Господин Репин говорит, мне не нравится. Департамент он создал 3 дня назад. По приему. Он просто их заморозил. Знаете, тогда. Что сказал значит, господин смотри, Репин? Господин Репин заявил вот здесь на канале, что вот эти подписи все поддельные. Поднимите эфир от 7 числа. Он назвал их преступниками, что ваши дела поддельные. Что он 15 лет работает в коммунальном хозяйстве, никогда не соберете. Вы, жители, никогда не соберете 75% подписей. Никогда в жизни он 15 лет работает там. Я работал в коммунальном управлении. Мы построили 3-й подъем, 4-й, 2 нитки водопровода. Мы оставили за себя. Вы за себя оставили разрушенное коммунальное хозяйство, разрушенное жилищное хозяйство, разрушенные ЖЭКи. Женщина со звонка. Нет, не знаю. Дайте я думаю. Смотрите, с Южного, будь ласка. Сказала, вы разрушили Южный. А тут чекает на нас звонок. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, это с Инульского района. Чигрина 248А. У нас двухэтажный дом. Да. Вот перешли, когда мы на это ваше место, у дворы у нас страшно грязь, непролазно. Да. Mm-hmm. И вот мы, в нашем коридоре живет 8 семей. Мы в туалет ходим по очереди.
За що ми повинні платити 6 рублів з квадратного метра? Скажіть, я до Репіна. Хай він хоч немножко глаза відкриє і посмотри на город, на людей, а не на свої кінісати. Добре, я зрозуміла ваше питання, Олександр Володимирович. Чому так брудно в цьому дворі і чому місто для людей? Я розумію, що це не зовсім до вас питання, втім, глядачка до вас звернулася. Я повинен парірувати слова свого візаві, або я повинен відповідати на глупі питання. Глупі – ні, чесно. Ви у вас, жителі, задають вам умні питання, а ви говорите, їх називаєте глупі. Так же, як в прошлій передачі, ви назвали Олександр нас преступниками. Будь давайте, люди, які підділюють підписи на протоколах – преступники. Однозначно. Вы за это на каждый протокол очень внимательно изучается специалистами департамента. Все ошибки, замечания, несоответствия выписываются по каждому протоколу отдельно и отправляются обратно. Если вы такой борец за справедливость, возьмите, пожалуйста, хоть один протокол с нашими замечаниями и докажите, что замечания эти неправильные. Вот когда вы это докажете, я заберу свои слова обратно. Я считаю, что преступники те, кто приходит в чужие дворы, баламутят людей и заставляют подписывать протоколы. Вот это люди-преступники, они аферисты. У нас новый звонок, вибачте, але я повинна давати слово і глядачам. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Я звоню с архитектора 2-го 6. Вот сегодня я была в горсовете, да? Сегодня мэр орал и доказывал, что у нас получается это место для людей, панацея. Да, вот пришла платежка, в ней четко написано, что БРИС, компания, которая нас обслуживала, в полном обсязі в вересні працювала, начислен тариф. И тут же написано, место для людей тоже там працювало. Что они делали, что мы должны еще 100 рублей доплачивать? Объясните, пожалуйста. Олександр Володимирович, будь ласка. Платежи за сентябрь месяц были разделены между двумя компаниями, БРИС и место для людей. Место для людей проплатило все обслуживание лифтов техническое, проплатило электроэнергию, которая шла на работу лифтов и освещение мест общего пользования, и отчисления на поточный ремонт. Соответственно, компания БРИС получила другие услуги, которые она предоставила. Надо не просто говорить, что пришла два платежа, вы сложите эти два платежа и проверьте, насколько они действительно там большие или маленькие. Понимаете, приход на рынок жилищно-коммунальных услуг компании «Место для людей», ну, понимаете, это очень положительный элемент, потому что она заставила наших всех собственников определиться вообще, чьи это дома. Как их содержать? За сколько их содержать? Я считаю, это очень... Сказать, что мэр орал, ну, надо как-то себя тоже контролировать и не комментировать. Мэр достаточно понятно объяснил. У вас никто не забрал ваше право. Организуйтесь, подготовьте документы, выберите ту компанию, которая будет вас обслуживать. Вопрос стал по-другому на этом совещании, что «а мы не хотим, чтобы это было место для людей». Но определитесь, что вы хотите. А БРИС, в свою очередь, говорит, уважаемые, проплата по соляным и по северному 60%. Говорит, мне неинтересно с вами работать. О чем разговор? Ищите могут... тех, кто будет обслуживать вас за одну. Я скажу за жителей. Одну хвилиночку, але є дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Я еще раз дозвонилась к вам. И товарищу Репину хочу сказать, тариф БРИЗа входит... Оплата лифта, оплата света. И не надо врать здесь, сидеть и говорить, что место для людей оплатило лифт и свет в лифте. Вы все врете. Потому что в этот тариф девушка подойдет со своей платежечкой ко мне на работу, и мы вместе почитаем. Может, она все-таки очки не одела. У меня такая же платежка, как у всех. Я тоже собственник. Значит, смотрите. Платежки еще не печатали. В пятницу после сессии горсовета мэр собрал место для людей, БРИС и другие компании, представители собственники, чиновники. Этого человека не было. Значит, там... Место для людей, компания, которую мы не имеем практически сейчас никаких претензий, потому что эта компания неизвестно откуда пришла. Если бы она пришла, сделала два дома, сделала супер, мы пришли, и сказала, вот все будут так обслужить. И за цену маленькую мы стали бы к ней в очередь. Но пришла компания, которая с тарифами в два раза больше, как люди вам говорят. Поэтому компания неизвестно откуда. Вот отсюда люди задают вопрос, откуда она взялась. Теперь место для людей сказала, мы не будем возражать против того, что люди выберут другую компанию. Мы
мы социально ответственные. В пятницу записано у меня на сайте. Выбирайте Поэтому, будь ласка, компанию. Мы выбрались. Но оброка компании «Место для людей» о выходе мы платить не будем, потому что протоколы сданы еще до 1 сентября. И вам не дело, ваше дело как чиновника взять, у вас в законе записано, первое, взять на хранение. Значит, что мне делать. Да, вот именно. Друзья, у нас півхвилини. Друзі, у нас півхвилини. Олександр Олександрович, Олександр Володимирович, півхвилини. Я последнее скажу. У нас общественное движение собственников. У нас у каждого, у нас есть на Фейсбуке все данные о нашей компании. Каждое наше действие, о нашем движении. И учите, люди, в декабре будут другие конкурсы по центральному, по заводскому району. Вы это все столкнетесь вот с таким вот этим самым. Поэтому обращайтесь к нам, мы вас проконсультируем, мы научим вас защищать ваши права. И самое главное, мы просим, чтобы мэр держал свое слово. Наше право выбора компании. Никаких оброков мы платить не будем. Уважаемые Николаевцы, в 2020 году будут выборы в городской совет. Александр Александрович начал свою кампанию чуть-чуть раньше. Как всегда, партия «Батьковщины» Вы следователю расскажете. Вот я буду рассказывать, где надо, я и буду рассказывать. Да, зовсім немає часу. Олександр Володимирович, останнє слово. Пожалуйста, уважаемые николаевцы, не верьте никаким аферистам и проходимцам. Вот, организовывайте свою жизнь горсовет самостоятельно. Да. Пишите протоколы, собирайте подписи, обращайтесь в департамент, вас услышат. Все, что вы выберете, любую компанию, будет вас обслуживать. Спасибо. Я вам даю гарантию. Последний пункт, что Олександр этот человек уволен уже. Ми вимушені уходити з ефіру. Спасибі. У нас сьогодні в студії були заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, депутат міської ради Олександр Рєпін та координатор громадського руху багатоквартирних будинків міста Миколаєва Олександр Іваненко. Все, більше часу немає, на все добре. Дякую.